Дорогие друзья, у нас время ужина. Короче, что у нас сегодня на ужин? Сосиски, которые многим не нравятся. Ну, моим детям не нравятся. Дальше. Каша. Булгур с рисом вместе сваренная. И салат. Ну, вы видели, какой салат я готовила. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. И снова доброе утро. У нас время 7:20 утра. Я бегу на автобус, чтобы ехать в больницу. Ребятишки в школу уезжают сейчас 8:20. Ну, 8:30 школьный автобус, 8:20 они уходят. Дома еще Катя с Оксаной остаются. Так что как-то так у нас. Ладно, идем на автобус. И в школу. В больницу едем. 7, добрый день. Извините, сейчас аппарат проработает. Мне сегодня суточные поставили, как видите. И уже второй раз меряет. Отмерил. Короче говоря, я только приехала с больницы. Опоздала немножко. Дольше пробыла в больнице, потому что пока мне аппарат поставили. Пока то, пока все. Оксану как вести на остановку? Позвонила Катя. Говорю, Катя, отведи ее до остановки, потому что я не успеваю. Катя ее отвела, потому что Кате надо ехать позже. Мне поставили этот аппарат, как вы видите. Целый день будет давление мерить. Сейчас чай попью, и надо будет дальше делами заниматься. Фух, тяжко. Штормить что-то все. А так в целом, знаете, что я сегодня удивилась? Утром ехала на автобусе. Пипец у нас дороги. Мало того, что здесь большие автобусы разворачиваются, они так, назад, вперед, назад, вперед, назад. И вот так вот несколько раз им надо сделать для того, чтобы развернуться. До того за ужин вот этот двор. Это фиг с ним, это ладно. Развернуться как бы. Но ездить им очень тяжело. Вот этот поворот на Нефтяниках, там каша. Там просто каша. Две машины в поворот уже явно не выйдут. Одна, и то ее вот так вот телепает. По этой каше. Буксуют капитально. Ладно, здесь проехали. РМЗ к остановке тяжело подъехать. Но там еще более-менее по сравнению с автобазой. Район возле магазина. Там, видать, то, что мы постоянно грузовые машины, а там каша полная. А к остановке так вообще тяжело проехать в районе автобазы, потому что там ямы. Сегодня автобус забуксовал, но он выехал с горем. Но он факт то, что там автобусы буксуют капитально. К остановке подъехать, это вообще не вопрос. Там вообще нету подъезда к остановке. Потому что там, если ты в колею уже вонзился, все, из нее уже не выезжает автобус. Или же буксуешь. Короче, полный дурдом. Бедные водители, я не представляю. Дальше вроде более-менее дорога. И на конечной тоже каша. Полная возле остановки еще более-менее, но вот в этот поворот тоже идет, там тоже каша. Там тоже водители буксуют, причем хорошо. Благо еще, когда маленький автобус, он еще более-менее, ну, буксует по полной программе. А большой, так я вообще молчу. Что-то ребятки, видать, кушали. Так, сейчас буду кормить ребяток, чаем поить, кормить. Завтра опять Масяфо в больницу надо с утра. Ну, пока еще не знаю, эту, наверное, неделю всю еще на обут ездить. После шапки волосы, как не знаю, что. Да, в предыдущем видео написали Настя с темными волосами оставайся. Но уже, ребят, поздно. Я уже покрасилась. Вот такие вот дела. Ладно. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пошла я ребята кормить. Представляете, хотелось сесть, смонтировать видео. Ну, ролик на компьютере сделать, все. А у нас свет вырубили. И мобильной связи почему-то нету. Что происходит, не знаю.
где мультики? Ну, а я что, как я включу мультики, если отключили все? Да, кстати, дорогие друзья, после 6 числа у меня отключится интернет, так как я в этом месяце не смогла заплатить. Но по деньгам было мало денег, поэтому я пропаду, наверное, числа до 13, до 12. Не знаю, там видно будет. Если я смогу подключить хоть немножко, я подключу, значит, выйдет ролик. Если не смогу, значит, мама, вот такие вот дела. Ладно, ждем, когда свет включит, и выпущу вам ролик. Сейчас хотела пропылесосить, а представляете, пылесос разрядился. Веником пришлось подметать. Мариночка, кроватки заправлять. Сейчас. Ребятки, койки заправлять. Видите, они не заправлены. Мне вообще ничего, мне вот эта трубка слетает. Жду мужа, чтобы он мне хоть как-нибудь там и хорошо в стирку унес. Давай, хорошо. Карандаши убрать. Жду мужа, сейчас придет, закрепит мне этот. Потому что вообще пипец неудобно. Манжета постоянно слазит. Приходится ее подтягивать, и вообще неудобно. Ну, потихоньку делает что-то. Марина на своей койке прибирается. Ваня игрушки везде собирает, прибирает. Короче, делаем уборку. Марина, на, уноси. Потом придешь, Ваня. Ваня, нанеси туда тоже свои ботинки. В коридор. Мама прибирать здесь будет все. На магнит. Ну. Да просто вот эти полки освободить. У вас обувь сухая. Зачем их держать здесь? Работа пришел. Ура! Привязал. Теперь удобнее будет. И поднять, и все, и она не будет слетать назад. Нас, говорит, тут кого-то хоронят. Говорит, там народу, говорит, столько, просто апу петь листать. Я тут полочки немножко прибрала, на краску купить будет. Видите, стены опять все темные, а белая краска у меня закончилась. И там тоже надо будет стены красить. Ладно, еще что-нибудь сейчас поделаю. Это вот надо отсюда снять. Вот это снять. Что-то хожу так потихоньку, что-то делаю. Ой, ладно.